Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. З'являються інсайди, що колону білорусів, яка вирушила на допомогу в Білгород, розстріляли. Більше подробиць згодом найманці, які вирішили воювати за Путіна. Очевидно, що получать по заслугам всі. А тепер виводи по Білгороду. Пише телеграм-канал Цинік. Залишимо мовою оригіналу. Нехай, хоч тут росіяни почують правду. В аспекті освобождення Білгора, атфашистка на Кремлевских сил важна не результативность, количество освобожденных населенных пунктов, а некая косвенная парадигма, выводы о которой уже были сделаны главными разведками мира. Основные тезисы, которые легли на политическую и внешнюю ось противодействия агрессивному влиянию России, следующие. Первая граница Российской Федерации слабо защищена, и в случае высокой численности входящих на территорию Российской Федерации войск глубокий прорыв будет обеспечен. Второе. Некоторые части границы сильно укреплены, а в то время как другие практически лишены средств реагирования на внешние воздействия. Третье. спецслужба Российской Федерации реагирует на факт проникновения медленно и неэффективно. В случае высокой численности армии вторжения территории Белгорода за время реагирования была бы полностью переведена под контроль групп вторжения. Четвертое. Кремль боится озвучить информацию, которая приближает войну к россиянам. Пятое. Кремль готов говорить даже милитаризованной зоне на территории России, лишь бы не подвергать опасности миф о стабильности и сильной руке. Шестой Общий патриотический уровень в Российской Федерации достаточно слаб. Безусловно, некоторые ренутся военкоматы за оружием, но численность готовых к отражению атаки в несколько раз ниже, чем таковая в Украине. Седьмое. Россия не имеет механизмов взаимодействия социума и государства, поэтому любой патриотический порыв, вызванный тем же вторжением, обречен на провал ввиду недействующих государственных механизмов. Восьмое. Огромная группа войск направлена на войну с Украиной, поэтому силы для отражения внешнего проникновения у России недостаточно. Так практически любой другой проникающий удар, например, со стороны Китая или стран НАТО, приведет к коллапсу государственности. Девятое. Реальная работа по отражению военного проникновения, вероятно, будет направлена на искусственную провокацию создания террористических актов, которые будут ликвидироваться самими организаторами. Похоже, что Кремль может при применяйте чеченскую технику, начав взрывать своих же граждан, а затем вылавливая террористам, тем самым демонстрируя успехи в отражении внешнего действия. Десятое. Информационно, стратегически и технически Кремль не готов к вторжению более-менее солидными и организованными силами. Не работает буквально ни один из механизмов реагирования на внешние так называемые угрозы, так что в случае неожиданного и комбинированного удара могут быть одномоментно уничтожены основные стратегические военные Объекты Российской Федерации. Мягкое проникновение в Белгород стало для Кремля самым жутким репутационным ударом с момента начала войны. Ни один военный провал на внешней линии фронта так сильно не бил по картинке способности Российской Федерации защищать свою территорию как успешное проникновение достаточно мелкой группы лиц с несколькими единицами легкой военной техники в Белгород. До зустречи, друзья! ставайте спонсором и каналу, ставьте в и пишите комментарии, подписывайтесь обов'язковым обов'язково переможемо разом.